Морозы, дожди и снегопады – такие капризы погоды штурмовали Кумертау на протяжении всего февраля. Вот и последний день календарной зимы приготовил суровый экзамен горожанам и коммунальным службам. Виктор Савин – водитель К-700 на расчистке дорог с 5 утра. Правда, работу дорожных служб не видно в прямом и переносном смысле. Видимость не больше 100 метров и сильная метель дают о себе знать. Где-то конец февраля, начало марта будет самым тяжелым время года, потому что смена погоды, обильные осадки в этот момент и в виде дождя, и в виде снега. Снег в виде дождя очень затрудняет очистку наших дорог. Тяжелее всего приходится жителям частного сектора. На этом участке техника прошла час назад. Сейчас здесь ни пройти, ни проехать. На перекрестках, продуваемых ветрами улиц, быстро образуются снежные заносы по пояс. В связи с тем, что такие погодные условия сложные, ветер и снегопад, сложно поддерживать в нормальном состоянии все, конечно, дороги. Поэтому где-то затор случается, но в основном люди работают. Пока тяжелая техника расчищает основные дороги, подъездные пути к своим домам пробивают привыкшие к большим снегопадам домовладельцы. Почти месячная норма осадков обрушилась на город за сутки. И это не единственный метеорекорд. Февраль был очень ветреным. Штормовой ветер с порывами более 15 метров в секунду наблюдался 11 дней. Дней с поземками и метелями 21. Осадков за месяц наблюдалось 90 миллиметров, что составляет более 3-месячных норм. Наибольшее количество осадков наблюдалось в третьей декаде. А в дальнейшем 1-2 марта атмосферное давление у нас будет расти, поэтому погодные условия улучшатся, снег уже будет небольшим. Насколько долго в марте погода будет благоприятной, пока не ясно. Понятно одно, что после снежной зимы нужно готовиться к большому половодью. Амир Кедрасов, Владимир Кузьмин. Новости.